Я не помню точно, в каком интервью, по-моему, это было осенью 2013 года, радио «Маяк», приходили тогда на музыкальный квест, и меня там очень удивило одно ваше замечание. Ведущие вас спрашивали насчет гипотетического дуэта с Шаде. Угу. И вы сказали, что в дуэтах всегда должны быть партнеры... Равные весовой категории. Да. Я до сих пор в это верю. Почему? А чем вообще определяется, вот, допустим, вот конкретный пример, мы будем Шаде Агаларов. Чем определяется? Я вам сейчас очень просто объясню. Так. Вот как вы думаете, может ли Шаде... Я, например, очень хотел бы такой дуэт, да. Вот чисто в музыкальном плане. Да. А хотела ли бы его Шаде? Вот вы представьте, если Шаде... Если бы она вас увидела, думаю, что да. Я очень сомневаюсь. Я не думаю, что она проснулась бы и подумала, ты знаешь, как я хочу записать дуэт проснулась с Цимином. Нет, но чисто теоретически, учитывая там среду вашего обитания, вы же можете оказаться там на каком-то рауте вместе или на какой-то вечеринке. Ну, то есть это... Но это все возможно. Вот, допустим, печенька ей не светит, да? Оказывается, дома у Шаде. Да, вот. А вы же можете... Мне на самом деле кажется, что ведь масштаб, он же определяется не только набором премий, не только количеством октав, но еще и, есть же особь, да? Я считаю, что успех музыкальный определяется, в моем понимании, так, исключительно количеством людей, желающих попасть на твои концерты. Неважно, где они. А вы считаете, что количество людей зависит исключительно от репертуара, от количества хитов, от масштаба продвижения, что ну, это там такая нету... совокупная штука, которая, наверное, определяется тем, насколько музыкальный продукт, если его так можно, соединился со своей аудиторией. Так. Я понимаю мысль, вы правы о том, что если записать дуэт там, с Дженнифер Лопес, естественно, наверное, даже если песня будет полная фигня, думаю, аудитория да. может увеличиться. Но это не твоя аудитория, это все равно будет ее аудитория, которая тебя увидит и на следующий день о тебе забудет. Угу. Поэтому я как бы не верю вот в дуэты с большими артистами. Они не несут, во-первых, никакой честности. То есть, наверное, в моем случае это будет выглядеть как... Ну, купил, заплатил, договорился. Кстати, да, учитывая, что семья, в общем, такая да. состоятельная. Поэтому я предпочитаю. Да, вот да. все мои дуэты. То есть вы держите это в голове, что могут так подумать? Ну да, но я не делаю это не из-за этого. Просто внутренне мне не было бы комфортно стоять с огромной звездой и петь mm-hmm. дуэт, потому что я не считаю, что я как бы в той же весовой категории. Mm-hmm. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.